Заперто. Погоди. Странно, наверное, было вот так внезапно узнать обо мне. Мне, кстати, интересно, что обо мне могла говорить твоя мать? Я часто думал, как повернулась бы моя жизнь. Останься я с ней. Кстати, как она? Мертва. Убита. Что? Мне очень жаль. Тебе жаль. Мать сгорела заживо. Я помню ее лицо. Она велела мне уйти. Ее убил Чарльз Ли, и он выполнял твой приказ. И тебе жаль? Это невозможно. Я не давал такой приказ. Напротив, я велел прекратить поиски руин Предтеч. Перед нами стояли дела поважнее. Но так было, и я не могу больше прощать. Бенджамин Чёрч, Орден Тамплиеров обвиняет тебя в предательстве и измене нашим принципам ради личной выгоды. За твое преступление я приговариваю тебя к смерти. Пора! Ты опоздал. Чёрч и его груз уже не здесь. И боюсь, ты будешь не в состоянии их преследовать. Мы поддержим победителя! И это будет Британия! Ты всегда предпочитал выгоде принцип. Может, поэтому ваша страна рассыпается? У тебя была славная мечта, но она была лишь мечтой! Как бьется, полукровка! Точно бешеный пес! Надо усыпить его! Эти двое! Взять их! Не дайте ему сил! Взять его! И индейца! Прикончите! Его! И его ублюдка! Окружить их! Где Чёрч? Я скажу все, что хочешь. Только обещай, что не убьешь меня. Даю слово. Он вчера уехал на Мартинику. На торговом шлюпе под названием «Приветствие». Загрузил его припасами, что украл у патриотов. Это все, что я знаю. Клянусь! Ты обещал! И он сдержал слово. Идем. Надо убираться отсюда. Да что ты? Сейчас не время считать ворон. Так близко и так далеко. Ищи путь в обход огня. Назад, предатели! О, как вы заплатите за свое предательство! Много вам платил Чёрч. Награда была щедрой. И что вам теперь с того золота? Thank you.
Черт. Глянь-ка, может, найдется, чем его открыть. Конор? Что ты задумал? Нет, не делай этого. Мы не знаем, что с той стороны! Теперь знаем. Чёрч опередил нас минимум на день. Нам нужно поторапливаться. Я знаю одно судно. Будешь готов, жди меня на причале.